Урок по обращению с твердыми коммунальными отходами появится уже с этого года в некоторых школах Тверской области. Об этом стало известно по итогам заседания регионального правительства. Для чего он необходим и в какой форме будет проводиться, выяснили наши журналисты. Далеко не каждый ребенок ответит, почему стоит раздельно выбрасывать мусор. Большинство ребят этим вопросом будут поставлены в тупик. Между тем, тема сбора и утилизации мусора с каждым годом становится все более актуальной для всех жителей планеты. На это особое внимание обратила руководитель Верхневолжья. Игорь Удыня подчеркнул, что формировать культуру обращения с отходами необходимо с детского сада и школьной скамьи. Уровень культуры обращения с твердыми коммунальными отходами, конечно, и будет способствовать повышению общей культуры поведения людей на территории, где они проживают, где они работают. Игорь Удыня поручил организовать занятия по отдельному предмету в рамках перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Урок по обращению с ТКО будут внедрять по опыту развивающихся скандинавских стран. Так, например, в Финляндии с детского сада детей этому обучают. Сформирована делегация, которая в ближайшее время поедет в Финляндию в рамках работы по совершенствованию системы оборота твердых коммунальных отходов вместе с заместителем председателя правительства Тверской области. Это будет глава муниципальных образований, который посмотрит, как этот процесс происходит, как детей обучают, как обучают школьников. Планируется, что в ряде школ уже с этого года будут учить детей, как грамотно и правильно обращаться с твердыми коммунальными отходами. Затем планируется вести подобный экологический урок во всех учреждениях образования региона, в том числе и в детских садах.